Всем привет! Сегодня я начинаю снимать 6-й отчет о своей работе, и, скорее всего, он будет последний. Потому как что-то у нас не работает интернет, поэтому отвлекаться не на что. Буду вышивать и вышивать. Напомню, что это парижские вышивальщицы, «Однажды в Париже» и дизайн «Мулен Руж». Вы уже можете видеть, появляется очаровательная девушка. Ну, как я думаю, это я в Париже. Да. По мере того, как вышиваются крестики, я стараюсь параллельно выполнять бэк. Так более выразительно и интересно. Пока что успела выполнить его на глазах и губах. По мере того, как я буду вышивать одежду, сразу же буду выполнять бэк и здесь. Тем более, что его не так много. Но он действительно придает выразительность работе. Всем привет! Думаю, продолжение налицо. Правда, интернет вчера отсутствовал недолго. И, пожалуй, я погорячилась, что закончу все в один отчет. Работы много. Как ни стараюсь, но в один не закончу. В этом хочу еще закончить руки. Немножечко добавлю и покажу вам. А уже в 7-м, последнем, закончу. Все, платье, мостовая, еще надпись внизу. Ну, для одного это все же многовато. А так вы сами видите, какая красивая работа. И хочется к ней возвращаться и возвращаться. Что я сейчас сделаю? Всем привет! Наконец-то я могу доснять вышитое и подготовить отчет. Как я говорила, вышила руки, вышила бэк на них, на одной, на другой, на сумочке и немного на платье. Теперь это готово уже. Ну, как вы видите, длина платья и плаща, либо летнее пальто, это не окончательно еще. Здесь, ну, в общем, на следующий раз тоже предостаточно работы. В следующем отчете я вышью, вернее, закончу одежду. Это будет первая часть. Вторая — выполню мостовую. И третья — это внизу еще будет идти надпись. А сейчас я, конечно же, продолжаю любоваться выполненной частью. И маленький форс-мажор, мне придется отправиться в магазин. Закончилась одна ниточка. Я думала, ее хватит, но немного не хватило. Вот здесь рядом с черным, рядом с 310-м идет темно-серый. 37-99, если не ошибаюсь. И вот как раз она-то у меня и закончилась. Попробую найти. Было бы хорошо. Ну, или в крайнем случае буду чем-то заменять. Но лучше бы найти, конечно, то, что надо. Итак, на этом я заканчиваю отчет. Не умею снимать их слишком длинными и долго говорить. Лучше больше вышью. Отправляюсь в магазин. Всем желаю прекрасного настроения, ровных крестиков. Тем, кто вдохновился дизайном, приступайте вышивать. Подписывайтесь на канал, кому интересно продолжение. До новых встреч!